Оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков полиции совместно с сотрудниками управления ФСБ России по республике Адыгея в Токтамукайском районе проведена операция по изобличению подозреваемого в незаконных действиях с запрещенными веществами. В результате на одной из улиц поселка Яблоновского оперативниками задержан 37-летний житель Тиучерского района. В ходе осмотра его автомобиля обнаружены 8 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным содержимым. Еще 5 аналогичных находок были изъяты при осмотре участков местности. Согласно заключению специалистов, изъятым оказалось наркотическое средство амфетамин. Его масса составила более 50 граммов. Установлено, что данное вещество подозреваемо рассчитывал сбывать через сеть интернет путем осуществления тайниковых закладок. В настоящее время мужчина водворен в изолятор. В отношении него следствием отдела МВД России по Токтамкайскому району возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.